находимся в Финляндии на выставке МП-2018 на кастом-зоне. Про кастом-зону хочу сказать, что мотоциклы достойные, но маловато. Хотя все мотоциклы хорошо подсвечены, и вокруг них никто не ходит, и никто не садится. И все мотоциклы можно хорошо сфотографировать, что очень радует. В общем, организация кастом-зоны довольно-таки неплохая. Жалко, что мотоциклов не так уж и много. Но все равно есть хорошие экземпляры. Например, вот этот зелененький мне очень нравится. Спорт.